فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры мы продолжаем с вами нашу передачу посвященную Фатиме Захре саламу алейха и мы пригласили нашего гостя шейх Курбан шейх Курбан салам алейкум ворахматуллах алейкум салам ворахматуллах баракату мы говорили с вами об аяте который относился к мешкату и мы растолковали мешкат сказали что здесь имеется в виду именно Фатима Захра И в этом и заключается миссия Фатимы Захры, то, что она является на самом деле матерью наших имамов, из ее нура исходит нур наших имамов и так далее. И хотелось бы, чтобы вы продолжили эту тему. Что можно еще сказать о миссии Фатимы Захры, саламу алейхи? Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хва хайру насрин, ва муин. والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую в первую очередь дорогих зрителей АИТВ-3. Мы разобрали очень важный с точки зрения священного Корана, с точки зрения исламского учения и аят священного учения и теорию и идеологическое понимание человеческой истории, человеческого общества, которое имеет значение и смысл, имеет важность для каждого человека. То есть вот это вот понимание, которое преподносит священный Коран, исламское учение, преподносит понимание человеческого общества и человеческой истории, оно является крайне важным для каждого человека. И в частности мы затронули аят из священной суры, Нур, свет, в котором Всевышний разъясняет противостояние света и тьмы. И мы коснулись этого аята, чтобы рассмотреть, какова роль ее светлости Фатима Тузахра, саламу алейха, в этом противостоянии. Противостояние, которое длится на протяжении всей человеческой истории. Это противостояние всей человеческой истории. В этом заключена мудрость всей человеческой истории. И в этом заключен смысл и философия человеческой истории. И в этом аяте священного Корана Всевышний говорит, что роль ее светлости Фатима Тазахра, саламу алейха, это подобно мешкату, потому что так, именно так толкует непорочный этот аят священного Корана. И как мы говорили, этот хадис, который мы зачитали, согласно которому ее светлость Фатима Тазахра, саламу алейха, является этим мешкатом, то есть этим местом, в котором находится светильник, этим хранилищем, другим словом, светильника, который источает свет Всевышнего, согласно этому хадису, Фатима Тазахра, саламу алейха, является этим мешкатом. И этот хадис передается по пятью разными путями передачи, трое из которых являются сахих, достоверными. Это достоверное предание, достоверный хадис вот непорочного. Непорочный говорит, именно такова роль ее светлости Фатима Тазахра, саламу алейха. То есть она является хранителем этого света. И, конечно же, то, что мы говорим, что и в некоторых преданиях, в частности, в том предании, которое мы ранее зачитывали на прошлой нашей передаче, зачитывали, и в котором говорится о том, что непорочные имамы будут из потомства ее светлости Фатима Захра, саламу алейха, конечно же, это только одна сторона
это ее роли. То есть, когда Всевышний говорит «мишкат», вот эта роль, которую играет ее светлость Фатимата Захра, саламула алейха, только часть этой роли является это потомство. И это, конечно же, эта роль намного глубже, намного обширнее. И у этой роли есть и другие стороны, есть и другие грани, о которых можно говорить. Но на что хотелось бы здесь, в частности, в данном случае обратить внимание. Во-первых, необходимо заметить, что те вступления, которые мы обсуждали ранее, они имеют прямое отношение к этому аяту священного Корана, к пониманию этого аята, к пониманию этого аята священного Корана. И поэтому наши предыдущие обсуждения, которые мы обсуждали в качестве вступления к этому разговору, к этой теме, их необходимо иметь в виду, чтобы мне не приходилось к ним возвращаться и напоминать каждый раз об этих вступлениях. Их необходимо иметь в виду и в совокупности это все понимать, и тогда картина представляется совершенно иной. То есть перед нашими глазами появляется совершенно иная картина мира и человеческой истории, человеческого общества. И в частности, конечно же, мы вследствие этого меняем свое собственное отношение к своей собственной жизни. Вообще, когда вы предлагаете какую-то передачу, предлагаете обсудить какие-то темы и на какие-то по каким-то обстоятельствам, по каким-то событиям, в частности, например, на тему в дни Мухаррама или в дни, траурные дни, посвященные ее светлости Фатимат Захра, саламула алейха, я всегда, по крайней мере, прикладываю усилия и стараюсь выбрать обсуждения, которые имеют отношение к нашей практической жизни. То есть я стараюсь выбрать такие вопросы, касаться таких тем, таких вопросов, которые имеют практическое значение в нашей жизни и влияют на нашу жизнь. То есть я не ставлю перед собой цель просто поделиться какой-либо информацией, вне зависимости от того, имеет оно значимость для вашей жизни, имеет оно актуальность сегодня или нет. Нет, и поэтому довольно-таки часто бывает сложно именно выбрать какую-то тему, потому что зачастую наблюдается, что те или иные темы не совсем актуальны. Или могут быть актуальны только для какой-то части. И поэтому, выбирая темы, я стараюсь именно выбрать такую тему, чтобы для большей части, по крайней мере, хотя бы для большей части наших телезрителей, эти темы были актуальны и имели смысл в их жизни и могли изменить их жизнь в лучшую сторону, в ту сторону, которую хочет изменить человеческое общество и человеческую жизнь именно ислам и священный Коран и священная сунна. Вот именно какой... этим и отличается ваша передача от других передач. Спасибо, конечно, вам за это. И какой из этого можем урок извлечь? Из этого аята священного Корана, из истории, из примера ее светлости Фатимату Захра, саламу алейха, какой урок мы можем извлечь? Что мы из этого для себя можем понять? Для меня в жизни ее светлости Фатимату Захра, саламу алейха, и в тех аятах, и в тех хадисах, которые мы до этого обсуждали, эти аяты и эти хадисы лично для меня не являются чем-то исключительно теоретическим, каким-то вопросом информации. То есть это не простая информация, это знание. Знание, которое имеет практическое применение в нашей жизни. В нашей, я имею в виду верующих. То есть, во-первых, нам необходимо стремиться самим стать верующими, и необходимо свое окружение и людей вокруг себя приобщить к вере. Что для верующего значимо в этой жизни? Что в этой жизни значимо для верующего? Какова его роль? К чему верующий в этой жизни должен стремиться? В частности, как один из тех целей, к которым верующий должен стремиться и к которым призывает Всевышний в священном Коране. Я не буду приводить аяты, во множестве аятов священного Корана Всевышний призывает к этому. Это что? Это борьба. Например, в одном из аятов священного Корана Всевышний говорит: «Малякум, что с вами?» «Ла тукатилю фи сабили Аллахи валь мустадафин». Почему вы не сражаетесь на пути Аллаха и на пути угнетенных, слабых? То есть есть некое сражение, есть некое противостояние в его широком смысле. То есть речь здесь не идет исключительно о каких-то
битвах и сражениях, на полях битвы, именно оружием и так далее. Физическое сражение. Здесь есть противостояние, сражение, о котором мы говорили ранее в одном из своих выступлений. Вступлений, прошу прощения. То есть говорили, что вся человеческая история состоит из противостояния. Это та точка зрения, которую исповедует ислам и священный Коран на историю человечества, на человеческое общество. И в этом и смысл человеческого общества и человеческой истории. Другого смысла нет. Нету, то есть без этого у человеческой истории нет смысла. Для чего человек пришел сюда и должен куда-то уходить? Почему рождается и умирает? Для чего? Должна быть борьба, должно быть противостояние. И здесь, конечно же, да, вера. То есть некоторые, у некоторых людей довольно-таки наивное представление о человеческой истории, о человеческом обществе. В чем заключается это наивное представление? Крайне наивное, я бы даже сказал. Они считают, что да, человек должен стремиться к вере, к приближению к Богу, но сопротивление он не должен встречать. Он должен двигаться в этом пути, и все должно быть гладко. Нет, наоборот. Обратите внимание, пророки, вот ярчайший пример мы ранее приводили, его светлость Ибрахим, алейхиссалату вассалам. Чем выше он постигал, чем больше он приближался к Аллаху, чем больших вершин духовного совершенства он достигал, тем большими испытаниями он сталкивался. Стал пророком через испытания, потом стал посланником опять через испытания. Еще большее испытание его постигло для того, чтобы еще высшую степень приближенности к Богу достичь, а именно имамата достичь. И это все через испытание. То есть каждый шаг к Богу влечет за собой новые испытания. Для чего? Для того, чтобы еще больше возвысить человека. Испытания – это трудности, это противостояния, это столкновения и так далее. Но они смотрите, возвышают человека, да? Которые возвышают, совершенно верно. И поэтому его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи, как человек, самый совершенный человек, и даже более того, как самое совершенное творение Всевышнего, он столкнулся с трудностями, он прошел через испытания, через которые не проходил ни один человек. И даже более того, ни одно творение не проходило через эти творения, через эти испытания и трудности. Почему? Потому что эти степени требует именно этих испытаний, сложнейших испытаний. Что это за испытания? Это уже отдельная тема разговора, и надо это отдельно обсуждать. Но так или иначе, возвышение и приближение к Богу не может без сопротивления. Нужно именно сопротивление. И именно в этом заключается разделение человечества на два лагеря, чтобы через это сопротивление, через это столкновение ценностей, идеалов, взглядов, понимания того, что есть фасад, есть нечистие, есть хаос и разруха, и понимание того, что есть сульх, салах, что есть мир, что есть благо, что есть добро. Через это понимание, разное понимание, происходит столкновение, и человек в этом столкновении именно развивается. И поэтому, конечно же, важнейшая, очень важная цель и важная составляющая, важный компонент жизни верующего – это принятие участия в этом столкновении. Хотя, конечно же, необходимо понимать, что обычный верующий большой роли в этом столкновении не играет. И в конечном результате этого столкновения верующий также не играет большой роли. То есть в победе добра над злом, победе света над тьмой, обычный верующий большой роль не играет. Здесь основной объем груза, испытаний и трудностей возложен именно на непорочных, на его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи, и на его наместников, в том числе и на ее светлость, огромный груз ответственности возложен, огромный груз испытаний и трудностей возложен на ее светлость Фатимату Захра, саламуллаху алейха. То есть они играют главную роль в этом столкновении, они решают исход этого столкновения. Но определенную свою незначительную роль играют в том числе и обычные верующие. И он, верующий, должен стремиться к тому, чтобы принять. И для чего? Для того, чтобы возвыситься, принять участие в этом столкновении.
Но каким образом? Каким образом человек, верующий, должен принимать участие в этом столкновении? И здесь очень ярко сияет ее светлость Фатима, это Захра, саламулла алейха, которая открывает перед нами понимание. В чем дает нам понимание, понимание того, как мы должны принимать участие. Угу. Ее светлость Фатима, это Захра, саламулла алейха, дает понять, что здесь работа заключена в первую очередь в духовной работе. Смотрите на ее светлость Фатима Захра, саламулла алейха. Какой-то невероятной, колоссальной общественной ответственности мы у нее не наблюдаем, хотя это тоже имеется. Но что стоит вот за теми вещами, за теми ее действиями внутри общества, каким-то общественной какой-то деятельностью, которая в большей степени проявлялась именно после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и действия, о которых мы еще поговорим и коснемся, а именно действия, направленные на борьбу с теми людьми, которые объявили себя халифами и наместниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но что стоит за этим? Что сделало Фатиму в этом столкновении, в этом противодействии, что ее сделало мешкатом, хранителем света Всевышнего среди творений? И этот мешкат, он не имеет отношения, не ограничен человеческим обществом, человеческой историей, человеческим миром. Этот мешкат, он мешкат для всего, всех творений, для всех миров. И об этом в преданиях ясно и двусмысленно сказано. То есть, когда Всевышний говорит «Аллах нуру самавати валь арды», Всевышний говорит «Аллах является светом небес и земли», он же не говорит «является светом земли», он говорит «светом небес и земли». «Вамэталю нурхи ка мешкат», и его свет подобен мешкату. То есть этот мешкат, он мешкат для небес и земли, для всех творений, не только для человечества, человеческого общества и потомков Адама. Нет, для всех творений Всевышнего она является светом. Но что ее делает светом? Как она играет важнейшую роль, в том числе и в частности, в истории человечества, в человеческом обществе, в исходе человеческой истории? Что ее делает? Какая-то материальная, физическая какая-то деятельность? Нет, именно духовная деятельность. Угу. Поэтому прежде чем каждый из нас верующих, прежде чем брать на себя ответственность общественной деятельности, он должен возвысить себя духовно. Он должен быть готовым духовным к этому. Без духовной работы над собой никакая общественная ответственность, она не может принести плодов. Она не может быть плодотворной, эта деятельность. Она будет только разрушительной. Очень многие люди, очень многие, в том числе и люди, которые позиционировались как верующие на протяжении истории, проявив халатность к этой духовной части и сконцентрировав все свое внимание именно на материальной и на физической части своей деятельности, они в итоге принесли только вред, стали слугами тьмы. Стали на сторону тьмы. Очень многие люди, то есть примеров здесь огромное множество можно привести. Человек, который говорит, я всегда стараюсь примеры приводить немножко такие, очень такие бытовые, чтобы было понятнее. Угу. Хотя, конечно, мы же говорим о более возвышенных вещах. Человек, который говорит, например, заработаю много денег, и потрачу это на пути света, потрачу это на пути ислама, на пути распространения ислама. Это самообман. Почему? Потому что этому предшествует духовная работа. Человек должен невероятно духовно возвысить себя, чтобы устоять перед будущими испытаниями, чтобы устоять перед будущими трудностями. Иначе, заработав, он только нанесет, он став богатым, став могущественным. Это касается не только денег, это касается и постов разных, и каких-то положений в обществе и так далее. Человек, обретя какое-то влияние, какую-то известность, какое-то своего рода могущество в человеческом обществе, не может быть уверен в том, что это будет использовано им не в своих корыстных целях и не во вред свету,
Я бы сказал, больше вероятность, то, что он заблудится все-таки. Поэтому здесь основная работа в чем заключается? Основная работа заключается именно в духовной работе. И ярчайшим примером является ее светлость Фатима Дезахра, саламу алейха. Всевышний говорит: «Аллах нуру самавати ва аль-ард, ва масаль нурихи ка мишкат». И этим мишкатом является что? Этим мишкатом является ее светлость Фатима Дезахра, саламу алейха. Согласно толкованию от непорочных, достоверному толкованию от непорочных. И при этом, то есть это имеет практическое значение для нас самих. Мы из этого извлекаем урок, что нам мы не должны полагаться на свои деяния. Угу. Мы должны полагаться на духовную работу. Да, мы, конечно, не исключаем, точно так же, как и на примере с ее светлостью Фатима Дезахра, саламу алейха, которая сыграла свою роль после смерти его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, и боролась с этим движением лицемерия, боролась с лицемерием и лицемерами. Эта работа одно другое не исключает. И духовная работа, она тем и ценна, что она влечет за собой чувство ответственности. Человек, который абсолютно не имеет интереса, например, к могуществу и власти, например, к влиянию, у него нет интереса. Он человек, который возвысился духом, но у него нет интереса. Он может... Это чувство ответственности. Чувство ответственности может подтолкнуть его к тому, что ему даже ненавистно. Почему? Потому что это духовная работа, и эта близость к Богу влечет за собой определенного рода ответственности, которую человек явно, ясно и недвусмысленно чувствует. И он чувствует на себе груз ответственности, и это чувство толкает его на какие-либо действия. Точно так же, как, например, в случае с ее светлостью Фатима Дезахра, саламу алейха, мы в будущем об этом поговорим подробно, но обратите внимание, после смерти его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, у нее отобрали ее имущество. Это имущество было подарено посланником Аллаха, и это имущество было гарантией того, что имамат, и имамы, и наместники, и халифы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, после посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, будут иметь стабильный доход, благодаря которому будут распространять свет, на котором будут основывать распространение. И Фатима Дезахра, саламу алейха, обратите внимание, которая в день своей свадьбы, когда ей подарили, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, подарил своей дочери, когда она выходила замуж за его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалям, подарил ей новое платье, подарил ей новую одежду, чтобы она в этой новой одежде пришла в дом своего мужа. И именно в этот день приходит человек и просит милости у ее светлости Фатима Дезахра, саламу алейха. У нее есть две одежды, одна старая, другая новая. Она, конечно же, будучи возвышенной женщиной, не может позволить себе поделиться старой одеждой. Той одеждой, которая ей не нужна. Она жертвует тем, что ей дороже, ей милее. Она отдает именно новую одежду. И это когда? Это когда это день свадьбы, то есть важнейший день, один из важнейших дней в жизни человека. И этот человек после смерти его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, приходит и воюет в прямом смысле этого слова с этими лицемерами, воюет за имущество, подаренное посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Что ей движет? Ей движет стремление к материальному, стремление к имуществу. Она именно из-за материальной ценности к этому движется. Нет, конечно, вера в Бога, привязанность к Богу. Ответственность. Именно ответственность за это имущество движет ей. И человек, который не возвысил свой дух, не приблизился к Богу, не работает над собой в достаточной мере, у этого человека нет чувства ответственности. В самый ответственный момент, когда он будет испытан, он проиграет самого себя и встанет на сторону тьмы. И это урок, который мы можем извлечь из этого аята священного Корана. Потому что
каких-то глобальных действий. Например, мы можем поговорить о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который изменил весь Аравийский полуостров, превратив из многобожников в единобожников. Но какую работу, такую подобную, общественную, какую-то внешнюю работу провела ее светлость Фатимату Захра, саламуллаху алейха, чтобы Всевышний о ней говорил: «Аллаху нуру самавати валь арда, ва масалу нурихи камишкат», что Аллах свет небес и земли, и пример его света подобен мешкату, и этим мешкатом является, имам непорочный говорит, имам говорит, что этим мешкатом является Фатимату Захра, саламуллаху алейха. Это невероятнейшая, колоссальнейшая роль в истории человечества, в этом противостоянии, роль ее светлости Фатимату Захра, саламуллаху алейха. А в чем это заключалось, эта роль? Именно в невероятной духовной работе, в том, что она прошла эти испытания и возвысила свой дух, и приблизилась ко Всевышнему, и решила исход человеческой истории. Исход человеческой истории решила именно ее светлость Фатимату Захра, саламуллаху алейха. И об этом в преданиях ясно и двусмысленно сказано. Если у нас есть время, мы обратимся к этим преданиям и посмотрим, как в этих преданиях, что в этих преданиях говорится. Если нет, то... Давайте тогда лучше оставим на следующую передачу. Спасибо вам большое, шейх Курбан. Спасибо вам. Мы, иншаллах, встретимся на следующей передаче с вами. Иншаллах. Уважаемые братья и сестры, до новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.